Всем привет! Я сегодня хочу обратиться за помощью к нашим подписчикам для сбора средств на GPS-навигатор, который, по моему мнению, облегчит жизнь волка. Или, возможно, сейчас кто-нибудь сможет отписаться в комментариях, что может непосредственно помочь нам именно этим GPS-навигатором. Такой GPS-навигатор используется охотниками в лесу для отслеживания собак, которые гонят звери. То есть собака гонит этого зверя, да, а охотник видит, где это все происходит, и преследует. Но мы охотиться не собираемся, мы сами-то не охотники. Вот. Но для чего мне нужна непосредственно эта штука? Во-первых, дело в чем, что сейчас идет грибной сезон, и когда мы уходим, ну, то есть вот в этот вот именно летом, в грибной сезон, рядом с деревнями, очень часто можно в лесу встретить грибников. Это такие люди с ведерочком и ножичком, вот, с корзиночками. Вот, я сам такой же. Но в данном случае я бы не хотел, чтобы они встречались с нами в лесу. Почему? Потому что все-таки это волк, и развитие событий могут быть очень даже, ну, не очень. Вот, поэтому мы стараемся с Хуком уходить подальше от населенных пунктов. Но беда состоит в том, что вокруг этого места подальше все-таки населенные пункты находятся. Ну, допустим, там на расстоянии 5 километров, 10 километров. Все равно есть населенные пункты. И вот мне очень важно знать, то есть Хук от меня в лесу может уйти на полкилометра. Я его когда зову, он приходит. Но каждый раз звать Хука не нужно. Ну, это будет нарушать нормальную его жизнь, будет его отвлекать. Он должен свободно перемещаться и приходить ко мне тогда, когда он этого сам захотел. Вот. Моя единственная задача – наблюдать за его передвижениями в лесу, чтобы не допустить его выход в населенный пункт, либо в ближайшие точки к населенным пунктам. Вот в чем дело. И если вы сейчас меня слышите и проявите такую вот солидарность со мной в сборе средств для именно для Хука, для него это будет очень важной, ну, вещью такой очень нужной, которая позволит ему жить вольно, практически вольно. Он, если его отпустить в лес, он сам домой придет, он нагуляется и придет домой. Но контроль все-таки должен быть. Я отвечаю за безопасность выпуска его, ну, на свободном состоянии, когда он бегает. А в данном случае я боюсь его сейчас отпускать по какой простой причине, что, я еще раз повторюсь, грибной сезон, а рядом с деревнями очень много грибников лазит. Вот в этих перелесках сейчас кого-нибудь можно найти запросто, элементарно. Кто-нибудь с ведерочком бродит, потому что все тропы истоптаны. Вот. Может быть, у кого-нибудь дома действительно лежит эта штука, необходимая для нас, этот GPS-навигатор, именно настоящий, который используют охотники, ненужный. Мало ли человек больше не занимается охотой, и это для нас нужная вещь лежит без дела. Мы с радостью ее приняли бы в дар и очень бы были благодарны. Вот. Дело в том, что мы уже когда-то использовали GPS-навигатор, который надевали на слепую собаку, это Матильда. И ролик о том, как это происходило, вы можете под видео в ссылке найти и посмотреть, какой именно GPS-навигатор мы использовали. Но дело в том, что такого образца навигатор, он, скажем так, ни о чем. Эта штука ненадежная и очень прихотливая, как себя показала. То есть до безобразия. Поэтому надеяться на такую вещь в лесу нельзя. Нужна хорошая техника, скажем так. Вот, поэтому еще раз обращаюсь к вам за помощью. Если кто понял нашу проблему и готов принять участие в освобождении Хука, скажем так, по-другому не могу сказать. То есть дать ему
дать ему, я чуть не свалился, дать ему волю и волю моим рукам, чтобы я не таскал его на поводке. Ну, помогайте, братцы, кто чем может, скажем так. А вот как раз вот там идут как раз грибнички, о которых я говорил. То есть не успели мы поднять эту тему, как мы идем домой, возвращаемся, они из леса вышли. Вот сзади это грибнички. Вот, так что на заднем плане, вдали на дороге, Саша их сейчас снимает. Иди сюда, вот козел, а. Хук! 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 Хуки! Хук! Ай, молодец, пришел. Кто меня нашел? Молодец, хорошо. Иди ко мне, Хук. Хуки. Хук. Иди скорее ко мне, умница. И ты, мой хороший. Иди скорее, мой хороший. Иди сюда. Да, к папе пришел. Меня нашел. Да, сладкий волк, да. Молодец, хорошо. Давай, Саня. Домой просится, он устал. Пускай. Фунтик хочет побегать, волк. Вот, на этом я хочу завершить этот ролик и поблагодарить за то, что вы с нами, за то, что вы смотрите нас и помогаете нам всячески. Спасибо. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Нажимайте колокольчик. Пишите комментарии. Всем пока, как говорит Пашка. А Пашка уехал в Пятигорск. Вот, все. Всем пока.